чтобы заплатить своего рода деньги. Ты помнишь, как был в восторге, когда я пригласил тебя? Здесь у тебя есть шанс сделать большой прорыв. Не нужно выставляться перед собой, братан. Вот эти два русских братья, что перевозят компьютеры. Что, черт возьми, они положили в эти контейнеры? Ты имеешь в виду людей? Да. Вроде 10 девочек-подростков. Это мамы, чертовки. Я знал. Это не они. Когда я прибыл в Марокко, трое из них были мертвы. Тебе нужны гонки? Что, черт возьми, ты собираешься делать? Ты хочешь то, что у меня есть? Тебе придется идти до конца. Посмотрим, насколько большие у тебя проблемы.